Всем привет! Сегодня у нас челлендж «Найди свое», где будут две коробки. В одной коробке будет Максимина вещь, в другой Катина. В какой они не знают, они будут выбирать, что попалось, а это будет часть одежды. Что попалось, то нужно одеть и оставаться в этом до конца видео. Oh, no. А сколько же там одежды будет? У нас будет 100 слоев челлендж? Ну не 100, но как минимум 10. Готовы начинать и одеваться красиво? Да, давай! А там что-то есть? О, пустое. Пока коробки пустые, но сейчас в них появятся вещи. Окей. И будете угадывать, какой из них ваша. О, ну, Максим, у меня такая маленькая одежда, ты лопнешь. Если то есть она лопнет. Максу попадется Катина футболка, это будет смешно. Но потому правило что, смотри, есть правило. Она обтягивающая, она больше, чем это, не будет. Обтягивающая. Ша-ша-ша-ша-я. А вот сейчас и проверим, что же там будет. Твои шорты, Макс, тоже. У меня много кроп-топ. Погнали. Вот вам две коробки, определяйтесь, кто какую так, открывает. Я что-то чувствую, что там моя одежда. В общем, я вы договорились. Я хочу, наверное, вам что это. Наблюдать okay. За этим кринжем. Так, открываем. Один. И угадали. А, это мое! Мое! Это мои шорты. Это очень большие шорты, так что если Максиму бы попалось, было бы хорошо. Потому что, смотрите. Макс бы в них поместился, да? Развязать, вот. Второй слой. Первый раунд вам попался легкий, то есть вы угадали свою одежду. Угадаете ли вы во второй раз? Мне кажется, нет. Сейчас пока уходите. Окей. А мы тем временем сюда поставим по футболочке. Итак, футболочки. Одна Максиму, а вторая Кате. Раз, два, три, четыре, пять. Я ложу футболки здесь. Я даже сам не знаю, где чья. Готова! Я хочу мое опять. Опять твое? Ну okay. Ладно. Максим, you choose. Окей. 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 И смотрим, что же нам попалось и кто что будет одевать. Один. Три, два, один. Ей! Футболка Катина и футболка Максимина. Ой! Как я тут налезу? Посмотрим, давай попробуем. Давай. Катя легко сможет твое легко, одеть. Это оверсайз. Для тебя будет оверсайз, а для Макса ну, как будет, платье, смотрите. Будет обтягивающее. О, оно длиннее, чем мои шорты. Нормально, мы... смотри. Yeah. Oh. Это так, что пупок голый было видно. Oh. Смотрите, это длиннее, чем мои шорты. О, у Кати получилось платье. А сейчас мы туда поставим что-то еще. Мне пока что нравится, если я вот так сделаю. Найс. Nice. Пока все. Ок. Утепляемся и переходим к штанам. Осень все-таки на улице. Сейчас я попрошу маму мне помочь сделать выбор. Я буду крутиться, и мама скажет просто стоп. И... Стоп. Я не... Стоп. Попал, попал. Все. Мама мне помогла, и можно звать детей. Дети, готово? Я хочу, чтобы ему попалось леггинсы что-то. Я хочу. Так, а? Опять меняемся. Три, два, один. Три, два, один. И... И это... Катины штанишки. О, what? А вот теперь начинается челлендж. Сможет ли Макс поместиться в Катиных штанах? Получилось! Неправда. Они аж порвались внизу, смотрите. Нет, они такие... Макс очень красивый. Мне кажется, что бы ни попадалось Кате, Катя в любом случае будет выглядеть окей, потому что оно будет слегка оверсайз. А вот Максу в этом видео немножко не повезло. Ну вы готовы продолжать? Это был раунд только 3. У нас еще впереди целых 7, как минимум. О май гаш, мне уже жарко, если честно. Так, открывайте окна, проветривайте, чтобы не было так жарко. Мы продолжаем челлендж вслепую и переходим к худи или кофтам. Так. Вот это. Есть. Мы готовы. У тебя же есть веревка, можно на веревку завязать. В этот раз не меняемся. Хорошо, я сам не помню, три, где есть что. Два, точнее, я вспомнил, один. И я уже знаю. И... Ой! Тут мне можно сильно не мудрить, все равно они думают, как меня. У Максима такие удобные худи. У тебя худи тоже кроп. Да. Ну, чтобы пупок было видно. Или хотя бы кусок живота. Хотя бы ты спрятал вот эту вот футболку. Смотрите на меня. Ой! Это просто та же вещь, только другой цвет. Ты справился, Максим, ты смог поместиться в нем. У Максима до сюда, а у меня до сюда. Максим, ты выглядишь очень даже отлично.
Ну, это как будто бы, знаешь, носит обноски от старшей сестры. Хотя выглядит окей. Так, вы идите грейтесь, а мы переходим к пятому раунду. Как мне еще надеть? Мне штаны в пятом раунде у нас будут жилетки. Я надеюсь, жилетка Максимина сюда поместится. Итак, прячем. Нам повезло, что у Максима есть одна тоненькая жилетка, которая не будет выпирать из коробки. Так, все, мы готовы. Я хочу Максимина. Я хочу, чтобы Максима опять попала в мою одежду. Он специально так выбирает. Ты можешь с ней поспорить и сказать, что хочу это и все. Я хочу это и все. Нет! Окей, ладно. Представь, что моя одежда. Так, 3, 2, 1. Поехали! Ой, так много фиолетов. Зато у Макса все в одном цвете. Круто! И все кроп! Ну, это Катя, не должно быть тебя, кроп. Но не совсем кроп там для Кати. Как раз до пояса. А Кате очень тепло, даже можно идти в лес по грибы. А сможешь, молния не разойдется? О, красавчик. Беру. Если честно, ему подходит это. Вы можете уже писать в комментариях, как вам образ Кати, такой Беру. Пацанки, которая пошла где-то на рыбалку, и как образ Макса, непонятно, куда он в этом может пойти. Никуда! А мы продолжаем. Ей, братанюги, идем. А теперь переходим к тяжелому раунду. Курткам. Теперь опять для меня челлендж. Поместится ли Максимина куртка здесь? Нелегкая у меня работа, но попробуем как-то это дело сейчас впихнуть. Начнем с Катиного. Это проще. Аккуратненько. И... Кажись, получилось. И... Ну, не совсем. Я думаю, перед тем, как дети зайдут, точнее, перед тем, как дети выберут, я буду... придерживать. Так, дети готовы? Заходим и выбираем, но я стою здесь, потому что мне нельзя отходить. Ой! Ой, ты выбрал? Окей. Ну, внимательный глаз мог бы определить, где есть что, если внимательно посмотреть yes! на коробку. Но дети просто угадали. Это моя та куртка! Она, да? Она моя ярко-розовая куртка. Она отличная, мои штаны куртка. Падают, правда. Пойди. Ой, это даже... Ой, это... Ой! Так закройся, это кстати. Вот так жмет. Ты можешь закрыть молнию и скрыть все свои те красоты, что хотя тебе не нравились. Максиму бы нам и сделать. Но они удобные, это самое важное. Я надеюсь, вы там не сварились еще, потому что нет. У нас только 7-й раунд. Еще как минимум 3. Ой! Так что мы как? Продолжаем. Открывайте там свои чтобы комнате окна. Чтобы лыжные штаны. Открывайте в своей комнате окна, чтобы вам было прохладнее. Пока! I'm fine with this. Не, ну зачем было куртки делать сейчас? Вскрыли всю Максимину красоту. Это уже попроще раунд. Спрятать это изи. Мини-мини-мани-му. Шапку я кладу сюда. Я думаю, что там Максимина, так что я ее возьму. Ой! И что ты думаешь? Да. Так, тут Максимина, да? Можно тут открыть окна? Ты согласен? Можно немножко открыть, пускай будет вам свежее. 3, 2, 1, и улыбаемся. Aww. И это мое? Yes! Это твое. Я хотела Максимина. Ну, вот моя шапка. В общем, плохо я прячу. Совсем не видно, что у нас челлендж. Катя как будто бы в своей одежде, Макс как будто бы в своей. Ну, кроме штанов. Кроме рваных штанов. Смотрите на куртка, шапка, это. Это, рваные штаны. А у меня куртка, шапка, это! Ну, это практически незаметно, что оно не твое. Готовы продолжать? Да, давай. Конечно. Закрою-ка я окно, а то мне уже здесь прохладно. И мы сейчас переходим к перчаткам. Я думаю, вот это можно уже и без считалочки. Это может носить и Катя, и Макс. Эд сюда, Эд сюда. Какое где, вы догадались. А угадают ли наши участники? То, я какие думаю, перчатки что Максим сейчас надо будет тут. Носить. 3. Согласен, хотя, Макс? Можно поменяться? Да. No. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Есть. Мои! Угадали, Катя. Мне везет. Но Катя хотела Максимины найти. Я хотела увидеть, как Максим бы это надел. Кстати, наш Макс так растет, я не уверен, или это эти не перчатки... Это не перчатка. Или перчатка. Эти перчатки на него не маленькие, потому это что они куплены глаза. Были... Наверное, маленькие. Макро. А куплены были для него. Макро. Он вырос. Что? Ага. А ну? Fingerless glove. Нет, вроде бы... Аж до пальцев. Как раз. Беспальцевые перчатки. Там есть дырка? Да.
челлендж не какой-то неправильный. Надо, чтобы вам сейчас попалась обувь. Только чтобы вы перепутали. Да, и чтобы Макс попробовал поместиться в Катю. Это невозможно. У меня 45-6, у нее сколько? 38. Ой, челлендж есть челлендж. Итак, обувь. Осталось обуть детей, потом можно идти гулять, они уже точно не замерзнут. Но мы сейчас зажаривайтесь! Сейчас мы гулять пойдем, чтобы вы не замерзли на улице, осень все-таки. Я выбираю это. Катя, ты согласна? Ладно, надеюсь, что у Максима моя. Не хотите поменяться? No. Точно? Точно. А если там Катина? А что тут моя? Он хочет, чтобы мы поменялись. Ох! И ты так легко соглашаешься? Идешь на поводу у девушки. 3, 2, 1. Yes! Ой. Это ка... Ой, смотри. Макро, give me space. Но. Испорчу обувь. Ты попробуй. Она socks shoes. Давай попробую тебе расширить. Мы постараюсь помочь. Сесть? Угадайте, Максимин размер. Кто не видел, как эти капчики покупались, тот, может, не знает, можете в комментариях написать, что за размер. Так, максимально расширяем их и пробуем обуть. Это размер 38. Окей. Совсем не жмет, да? Совсем не жмет. О, вау, так удобно! Надо хотя бы 2 шага пройти. Да, это если кто-то притворяется Золушкой, то у него вот такое случается. Одевать не свою обувь. Выживет ли Стелла Маккартни сегодняшнее видео? Надеюсь. И... Нет. А теперь на прогулку в парк! Нет, но... я так не буду. Давай, ну хотя бы покажите, что у вас получилось. Давай нам на какой улицу. Какой стиль? Какой-то вот непонятный стиль. Смотрите на... Вот почему такая несправедливость? Девушки могут носить мужские вещи, и на них это смотрится, ну, немножко кринж, но Но парни невозможно, чтобы носили женскую обувь или вещи, потому что оно, во-первых, смотрится как-то непонятно, а во-вторых, неудобно. Смотрите, моя нога вот такая, а у Максима вот такая. Ну, молодцы, вы красиво приоделись. Если нравится, можете идти так. Если нет, переодеваемся в удобное и можем идти гулять в парк. Ты так идешь? Я переобуюсь. Окей, переобувайтесь и погнали. Потому что я хочу переодеться в парк. Итак, мой супер креатив на сегодня заканчивается. Можем переодеваться и идти в парк в нормальной одежде. Как вам мой креатив, можете оценить в комментариях. Как вам образы, тоже ставьте лайки, плюсы и комментарии. Если нравится, лайки, подписка. И всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Лайки или нет, аж 3 раза спросил. Лайки, конечно, хочу. Поставьте мне лайк, я же хороший. Чувствую, Катя, это будет твоя кошка. Да, она хорош. Ма, это не ставь на YouTube.